Стартуют съемки в начале сентября. По просьбе кастинг-дирекции фильма Управление культуры администрации города-курорта организует подбор актеров массовых сцен. Не менее сотни молодых людей требуется для участия в сценах боев. Военные баталии станут центральным действием в будущей картине. Съемки исторической ленты будут проходить на территории выработанного песчаного карьера в районе села Юровка. Организаторами заявлены определенные требования к типажу внешности будущих актеров. Их можно предварительно уточнить по телефонам кастинг-группы, указанным на экране. Всех, кто желает принять участие в съемках фильма «Крепость Бадабер», ждут 16 августа в городском театре по адресу улица Крымская, 119, кабинет номер 29, начало в 14 часов.